Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами вновь канал «Стройгарант Анапа». Сегодня мы в Азовском. Это территория города Темрюк на берегу самого теплого Азовского моря. Нас пригласила в гости Ольга. К сожалению, знаем о ней очень мало, откуда она приехала, нравится ли ей дом. Но обо всем поподробнее. Идемте в гости вместе с нами. Мы вас приглашаем. Тук-тук. Можно к вам? Да, конечно. Здравствуйте, проходите. Ольга, мы к вам в гости. Ольга, мы сразу у порога хотим вручить вам подарки традиционно. Спасибо. Вы счастливая обладательница красивого шоколадного дома, мы вас поздравляем. Хотим спасибо. Вручить вам шарики, это просто для хорошего настроения, чтобы спасибо, были вместо спасибо. Цветов, цветы у вас будут свои. Да. И, конечно, маленькие, но скромные подарки, пусть у вас память о нашей компании останется хорошая. Здесь конфеты и полотенца с логотипом «Стройгарант Анапа». Ой. Это все вам. Ой, спасибо. Ура. Огромное, да, у нас привет. Вот уже завели. Привет, какой красивый. Завели. Хозяин. Да. Оля, у вас замечательный дом, мы уже прошли, оценили. Вы успели уже навести уют, вот интерьер уже, красивая кухня, люстры. Главное, что бегает собака, кот, все есть, самое главное есть. Да. Оля, немножко расскажите вот о компании, как вы с ней познакомились, почему именно выбор пал на «Стройгарант Анапа»? Мы чисто случайно проезжали мимо, здесь флажки, направляющие воздушные. Хорошая реклама. Была, да. Мы заехали вот сразу в офис продаж. Но вы же не здешние. Нет. Откуда вы? Мы из Норильска. Норильск? Да. Ой, холодно. Очень. До сих пор. Так, и вы просто заехали в офис. Заехали. Нам понравилось очень все. Нам сразу менеджеры или вот работники офиса сразу нас повели, показали несколько домов, проектов. Вы выбирали, да? Мы выбирали, да. Нам дали, мы взяли время на подумать. Нам дали брошюру, чтобы выбрать, какой проект. Ну, нам с мужем вот этот понравился. У нас даже, мы еще когда не планировали переезжать, у нас даже картинка была вот с таким проектом. Поэтому вот сбылась мечта. Мечты сбываются, да? Слушайте, здорово. А сколько времени вы уже здесь вот заселились? Заселились мы в середине сентября. Уже скоро год. Да. То есть зима прошла в этом доме, да? Да. Вы уже захватили лето, уже искупались на морях. Да. А вот как зимой? Теплый, холодный дом, вот дожди были, крыша, мягкая кровля. Вот я знаю, что здесь уникальная мягкая кровля, говорят, с хорошей звукоизоляцией. С хорошей. Да? Да, нам очень понравилось, знаете, что очень много вот вентиляции. Да-да-да. Это очень хорошо. Дожди... Не сыреет? Дом нет, не сыреет? Нет, нет. У нас все отлично. Ни дождь не мешает, ничего. Дом теплый. Хотя нам, как говорили, вот вы новый дом купите, он пока будет сохнуть, там вроде может быть прохладно. Нет, дома жарко, мы даже открывали окошки. Здесь же теплый пол есть. Теплый пол, где кафель. Вот где то кафель, что? Везде где теплый кафель, пол. Где кафель теплый, а где ламинат, вот, уже нет. Да, то есть и батареи. Но оно все настолько продумано. Хочешь один пол оставь, можно отключить все. А вы купили в предчистовой отделке? Или? Нет, мы готовы купили. Да. Здорово. То есть заходи и живи. Да, да. А между каким и каким проектом, вот был вопрос, вы еще какой вариант рассматривали? Мы рассматривали двухэтажный, но потому что мы планировали все-таки с детьми сюда приезжать и с внуками, нам нужен был большой дом. Но дети выбрали, так как у нас внук хоккеист, нам нужен лед, и поэтому в авангард в Омск. Ясно. То есть это дом на двоих? На двоих, но для, когда дети, внуки приедут, нам хватит. Вот, пожалуйста, кухня. Гостиная, две спальни. Небольшой приусадебный участок. Вы планируете что-то развивать? Сад, цветы? Сад нет. Виноград? Хотим баню. Баню, точно. Хотим баню. Ну, так, в хозяйственный сарай там или... Ну, как это называется? Ну, короче, для хозяйственных нужд. И клумба. Все, здесь... Трава будет газон. Скажите, ну вот как вам инфраструктура в Темрюке? Вы бываете в Темрюке, обращаетесь в какие-то учреждения? Ну, конечно. Это в легкой доступности? Сложно вот из ЖК, допустим, Азовский, добраться нет, до центра Темрюка? Нет, что вы, здесь вообще вот две остановки буквально рядом. Все рядом. Вот, пожалуйста, у меня с окна видно, вот, если вы видите, через деревья. Вон одна остановка, 16-я. Если там жители, которые поближе там, там вообще еще остановка. Очень трасса удобно. Не мешает вот здесь вот проезжать? Нет, трасса. Мне очень нравится. Все хорошо. Да, даже какие автопробеги были. Во-первых, хорошая шумоизоляция. Да?
То есть окно закрывается, и трасса не шумит, не мешает. Нет. Какой досуг в Темрюке? Вот вы вдвоем, куда вы выезжаете? Что здесь вот такого рядом интересного, что не скучно вам здесь, вот говорят? Нет, Темрюк, вообще... небольшой городок, скромный. Нет, я просто не люблю большие города. Я сама родилась в Питере, но вот я не люблю ни Питер, ни Москву, ни Краснодар. Я не люблю, мне здесь очень комфортно, очень комфортно. А вот именно вот здесь, вот даже вот в этом ЖК, очень хорошие люди. С Зинаидой общаетесь? И с Зинаидой, и с Ларисой, да. Да. Муж рыбачит? Да. Ну, потому что он у меня там рыбачил, он там и рыбачил, и охотой занимался. Ого. Поэтому, ну, здесь он пока еще работает. Нет, ну он сейчас выяснит, где есть классные места. Я точно знаю, что здесь очень много зарыбленных водоемов. И на Кубани рыбачат, и на самом Азове рыбачат, и на Черном. Вот по весне там просто вот эти речка Анапка, которая впадает в Черное море, очень много рыбачат. Если не секрет, маленькую экскурсию по дому и приусадебную участку проведете? Проведу, но там собачка у нас нашкодила, поэтому... Ничего страшного, это жизнь, значит дом жилой. Друзья, вышли на приусадебный участок. Мы находимся на террасе. Это зона Таймыра. Он здесь хозяин. Оля здесь не главная. Здесь главный Таймыр. Смотрите, можно приезжать, разводить домашних животных. Для них свобода, по-моему, я так предполагаю, что весь участок 5 с лишним соток будет для него. По-моему, это будет для твое, него да? Есть, вот. Это будет твое. Смотрите, какой он счастливый. Оля, скажите, наверняка можно заказать какие-то дополнительные работы, можно сделать навесы. Можно, пожалуйста, при желании все сделают. Оля, скажите, я знаю, что вы рекомендуете компанию «Стройгарант Анапа» друзьям, знакомым, и кто-то уже откликнулся на ваше предложение. Да, да, наши друзья из Норильска тоже собираются вот приобрести. Здесь в Азовском? Нет, на Стрелке. Стрелке, да. Во Встречном. Да, да. И уже серьезные планы, они уже договариваются? Нет, все, они уже, да, договор заключают там уже. Уже сделку оформляют? Да. Класс! Друзья, но мы рады и счастливы за то, что людям действительно нравится. Нам не стыдно за свою работу. Мы отвечаем за качество, мы ведем наших клиентов. И я думаю, что Оля тому доказательство, прекрасная цветущая женщина, которая, я думаю, на юге станет еще красивее, еще счастливее. Это самое главное. Оля, спасибо большое, что вы нас впустили, показали ваш прекрасный дом. Обязательно звоните, обращайтесь, если будут какие-то вопросы. Спасибо большое. Мы всегда на связи. Спасибо большое. Друзья, сегодня побывали в гостях у прекрасной Ольги. Она приехала издалека и совсем не сожалеет о своем выборе, а даже рекомендует друзьям. Порекомендуйте нас вашим друзьям, сделайте еще кого-нибудь счастливыми. С вами «Стройгарант Анапа». Позвоните нам. Пока-пока.